Аммиак реагирует с кислотами с образованием солей. Соли аммиака называются солями аммония. В одной из колб раствор аммиака. Аммиак – это нашатырный спирт, применяемый в медицине. В другой колбе – концентрированная соляная кислота. Соединяем колбы. Появляется густой белый дым. Это выделяется хлорид аммония. При взаимодействии аммиака и соляной кислоты происходит реакция с образованием соли хлорида аммония.